Вязовый клоп или Аракатус ильмовый. Клоп размером от 5,5 до 7,5 мм. Встречается под корой дубов. Проживает в щелях деревьев, а также на листьях вяза. Питается семенами и соком растений. Южноевропейский вид. На север доходит до Дании, Германии, Австрии, Чехии, Румынии. Известен в Молдавии. Достаточно распространенный вид в лесостепной зоне Украины, кроме западных областей и Полесья. На северо-запад доходит до окраины Киева. На восток до Саратовской, Самарской, Волгоградской, Астраханской областях. Известен в Предкавказье, Закавказье, Турции. Входит в семейство лигеиды, земляные клопы или наземники. Семейство включает 230 видов из 89 родов. Обитают в лесной, лесостепной, степной, полупустынной и пустынной зонах. В горах поднимаются до высот 3000-3500 метров над уровнем моря. Живут в различных биотопах. Держатся среди детрита, в верхнем слое грунта, в подстилке, у корней травянистых растений. Питаются опавшими семенами трав и сосут сок зеленых частей растений. В городских условиях известен причинением неудобств жителям домов, располагающихся вблизи деревьев, из-за назойливого проникновения в щели между оконными рамами и дверями. Проникают даже через москитные сетки. Если раздавить, имеют фруктово-уксусный запах. Для человека Аракатус ильмовый не опасен и не является переносчиком болезней. Хоть и редко, но случается нашествие клопов в дома. Происходит это, когда в лесах возникают неподходящие для жизни условия. Сухое или слишком дождливое лето. Тогда клопы часто летят в город, оккупируя зеленые насаждения. Нашествие клопов также случается при вспышке их численности, благоприятные для размножения год. Как избавиться от клопа, если он периодически проникает в ваше жилище? Для уничтожения можно использовать любые инсектициды, содержащие циперметрин. Клоп-наземник Аракатус ильмовый наносит большой ущерб всем видам лиственных деревьев. Особенно сильно вредит вязовым породам. Он прокалывает своим ротовым аппаратом лист и всасывает сок из него. Данный вредитель своим колюще-сосущим ротовым аппаратом вызывает скручивание, загибание, усыхание, деформацию листьев. Остальным древесным насаждениям наносит ущерб в меньшей степени. Недостаток влаги в июне и избыточная влага в мае месяце не оказывают влияния на численность клопа. Данный вид вредителя устойчивый к неблагоприятным условиям среды.
Это связано с биологической особенностью клопа. Клоп адаптирован к отрицательному воздействию внешней среды. Численность его увеличивается вне зависимости от климатических факторов. Таким образом, данный вредитель опасен для лиственных деревьев.